Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Роскошные шторы, которые порадуют абсолютно каждую хозяйку. Сегодня мы предлагаем вам шторы, которые в предыдущий день премьеры пользовались колоссальной популярностью. Более 3000 экземпляров было продано. И сегодня телеканал Shopping Show вам дарит лучшую цену. 3999 рублей за полный комплект. Две портьеры и два подхвата. Юль, ты знаешь, вообще Деваре шторы, конечно, роскошно смотрятся. Я один раз, когда гуляла с мужем по торговому центру, я буквально остолбенела, когда на витрине увидела эту роскошь. Зашла спросить, сколько стоит, и тут я обалдела. 30 тысяч рублей. Да. Вот такая цена. И когда я узнала, что у нас в эфире будут эти шторы, ну, я подумала, цена будет такая же. Ты знаешь, я не удивлена, что такая большая была стоимость на бархат Деваре. Это одна из самых красивых тканей в мире. Ценится как предмет роскоши, но наша коллекция, я тоже прокомментирую как эксперт, очень приемлема по цене. Это специальная коллекция, которую мы буквально добывали у наших поставщиков по специальному заказу, по специальному договору. Поэтому сегодня не упустите шанса самую красивую ткань для себя приобрести в преддверии новогодних праздников по приемлемой цене. Я помню, как мы запускали эту коллекцию, был ажиотаж, потому что, увидев эту ткань, ну, просто никто не смог устоять здесь, и мужчины и женщины восхищались красотой бархата. То, что раньше было доступно только в каталогах модных, да, в очень таких роскошных магазинах, сегодня вы получаете на телеканале Shopping Show по специальной цене, которая действует только один день. Фиксированная доставка действует на наше спецпредложение дня. Ну а для бесплатной доставки закажите в свою корзину тюль «Уютная классика» и оплачивая телеканал Shopping Show доставку вам в любой регион России. Вы всегда оплачиваете свой заказ только в момент получения на своей ближайшей почте и экономите сегодня 3700 рублей. Что такое специальное предложение дня? Самая выгодная покупка в течение суток на нашем телеканале. И вот она, наша роскошная коллекция во всей красе. Фиолетовый, я вам обещала, будет изюминка в коллекции. И это именно фиолетовый. Теперь мы любуемся на шоколадный оттенок. Он очень хорошо сочетается с любыми другими деталями вашего интерьера. Коричневый цвет, это третий цвет нашей коллекции. И далее у нас цвет светло-бежевый, который зрительно увеличивает пространство любой комнаты. Ну и чарует, конечно, жемчужными переливами. Вся коллекция, ну, зеркальная красота. Ну, и я напоминаю, что это полный комплект. Шторы у нас размером 150 на 270. Два подхвата из того же роскошного материала уже входят в наш комплект. Готовая шторная лента, готовое решение, как будто дома вы сделали ремонт. Это очень актуально как раз перед Новым годом. Успевайте сегодня сделать заказ и получить эту красоту как раз к Новому году. И встретить гостей, да, в такой обстановке. Ну, я знаю, что вы знаете, что такое бархат, да? Но не все знают, Юль, что такое вообще бархат Деваре. Это особенная ткань. Французы придумали, как создать вензель, парящий в воздухе. Случилось это 150 лет назад в столице французского ткачества, во французском Лионе. Вот тогда придумали, как из сплошного бархата сделать эффект витража, который, ну, до мурашек просто в хорошем смысле слова, да, восхищает. И, конечно, завораживает и создает, ну, неповторимую торжественную обстановку, такую царственную. И вот именно эта изюминка, то, что он кружевной бархат, отличает его от всех тканей. Поэтому он считается предметом роскоши уже многие-многие годы. Да, я согласна. Любой интерьер абсолютно заиграет новыми красками для вас. Как раз сейчас, когда поставите елочку, нарядите ее, да, зажгут у нас гирлянды, огни новогодние. Это будет смотреться по-настоящему, как во дворце. Ну вот, кстати, да, красивый, да, роскошный материал. Но я знаю, что за сложными тканями роскошными сложный уход. У меня вот тетя отдала в химчистку шторы. Так 2 недели, Юль, шторы были в химчистке, а окно было голым. Технология действительно сложнейшая, но это все, конечно же, обусловлено красотой, все это оправдано. Ткань просто безумной красоты, но здесь есть изюминка.
оформинга. Здесь добавлена еще вискозная шелковистая нить, которая добавляет все-таки практичности. Не стирается такой бархат. И его можно смело за ним ухаживать в стиральной машинке. Не надо будет нести в химчистку, как делала твоя тетя. Здорово. Да, и потом вот мучиться, что окно действительно голое, да? Здесь у нас с вами, как мы делаем, мы можем вечером постирать, утром повесить уже портьеры на окно. Оно не будет пустовать. Бархат отлично отстирывается, при этом он эластичный, не теряя совершенно своей формы. Нет искажений геометрии. Отличные швы. Еще раз повторю, бархат из вискозной шелковистой нити, которая не подвержена истиранию. То есть ворс остается в своей зеркальной красоте и привлекательности на долгие 15 лет. То есть вы получаете не только роскошное королевское решение, вы получаете еще и практичный вариант для нас с вами, для нашего с вами удобства и экономии, конечно. Цена действует только сегодня, напоминаю, один день 3999 рублей. А если отправиться в магазин, Юль, что нас ждет там? А мы сходили по магазинам, посмотрели, промониторили ситуацию. Действительно, бархат везде очень дорого стоит, от 10 до там, 12-16 тысяч. В Москве я видела вообще до 20 тысяч доходит. Ткань очень ценится вот именно своей, конечно, уникальной фактурой. Поэтому и стоит дорого, но я напоминаю, мы работаем напрямую с производителями, поэтому позволяем себе роскошную ткань. Вы тоже обязательно себе это позвольте. Предновогодние дни, представляете, какой торжественный будет ваша зала для приема гостей, а каким шикарным будет женский будуар. Ну, вот я о спальне говорю. Да, слушай, ну в спальню-то можно повесить, расскажи, можно, пожалуйста. В спальню повесить, да. Это, кстати, вопрос часто задаваемый, когда люди видят бархат Доваре, видят полупрозрачные элементы, говорят, а как же в спальню? А я хочу в спальню. Пожалуйста. Дело в том, что здесь даже полупрозрачные элементы, смотрите, они из очень хорошей, даже мы сейчас с вами это сделаем, вот она, прочнейшая, плотная, рифленая ткань, которая не дает солнечному лучу проникать прямо. То есть утром вы проснетесь без стресса, смело. Потому что я знаю, какие солнечные лучики зимние резкие, да? Но здесь все в порядке, ткань их будет задерживать и мягко разбивать. Еще раз напоминаю, что у нас для вас есть 4 цвета на выбор. Один из них – это абсолютная премьера. То есть вы первые сегодня имеете возможность заказать для себя роскошный фиолетовый, вот этот лиловый цвет, который играет всеми красками абсолютно. Посмотрите, как это смотрится, завораживает этот вид. Скажи, да, пожалуйста, наш размер штор 150 на 270. Угу. На какое окно рекомендуешь? 270 очень хорошая высота для бархата, сразу скажу. Она рассчитана под высокие потолки, но я вам рекомендую, если окно не такое высокое, да, пожалуйста, вот так с напуском на пол. Это модный тренд, который вернулся и в 2019 году будет очень популярен. Бархат смотрится и дает статус интерьеру именно с напуском, с красивыми шикарными фалдами. Украсьте свой дом по-королевски с роскошным бархатом Доваре. Успевайте сделать это именно сегодня, пока действует специальная цена, фиксированная доставка, бесплатная доставка с нашим тюлем, уютная классика, ну и точно хорошее настроение вам обеспечено.